Доброго дня! В ефірі програма «Розмова на тему» та я її ведуча Олена Клепа. Сьогоднішня розмова присвячена аматорському театрі імені Троянова Палацу культури «Корабельний». У нас в гостях режисер цього театру Тетяна Герман та її помічник, актор Сергій Попов. Вітаю вас! Пані Тетяно, розкажіть нам, будь ласка, з чого все розпочалося? Этот театр был организован моим руководителем, режиссером, народным артистом Грузии Николаем Алексеевичем Трояновым. Он был основан в 1965 году. Вот ему больше 50 лет уже, нашему театру. За это время он показал больше 50 пьес, постановок. Вот. И последние 10 лет его жизни, вот он, к сожалению, ушел из жизни в марте месяце этого года, последние 10 лет я была с ним, я участвовала в его постановках, в его пьесах, вот. Ну вот. И когда он ушел из жизни, так случилось, что этот театр, я много ходила по инстанциям, чтобы этот театр не ушел в никуда, вот. И нас передали, сначала мы были в ДК «Строители», а потом нас передали на баланс Дворца культуры «Корабельный», где нас хорошо встретили, приветили, вот случилось чудо, грянул гром. А вы как до этого театра потрапили? Вот, это такая история. Я всю жизнь хотел играть в театре, ну как всю жизнь. Можно сказать, я родился в Доме культуры, и как бы всю эту энергетику художественную, вот эту, творческую принимал на себя. Ну и в конце концов, ну как я подрос, мама возила меня по театрам, в оперетах было где-то, в операх. И постепенно это все как бы пришло ко мне, и я как-то сказал себе, что нужно что-то, театр, надо же прийти к этому в конце концов. Ну и как-то так случилось, что вот меня позвали на роль Деда Мороза. Как потом оказалось, это был Иванушка уже. В общем, так мы встретились, и стал ходить в театр. Я так понимаю, это вы уже в оновленный театр потрапили, так? Да. Уже в оновленный, да. Уже те, что... Уже во Дворце культуры «Корабельный», когда нас перевели на этот баланс, вот уже, это в 2015 году, год назад. А участники, которые в попереднем театре принимали участие и цей перешли, есть такие человеки? Конечно, есть. Есть Леночка Черкасова, есть Володя у нас есть. Есть. Но а те, которые жили далеко, им неудобно ездить. И поэтому ну, много поприходило новых. А какую выставу вы ставили первой, вот, как режиссер? Самостоятельно. Первая – это сказка в прошлом году, новогодняя сказка. Поставили. Еще был Николай Алексеевич жив, мы по телефону с ним общались, он мне очень много помогал, советовал. Вот. И вот это была первая работа. Как коллектив набирали? Адже ж аматорский театр, насколько я понимаю, он не оплачивается. Якось треба шукати цих людей, мабуть. Я ходила и по школам, я обзванивала знакомых, может, у кого-то знакомые есть, которые бы хотели и желали быть артистами. Не просто ж нужны люди, вот, а хочется желание, чтобы у человека было. Вот. И приглашала, и вы знаете, вот если есть уже у меня вот, сценарий, то как-то люди подбираются, я нахожу. Или на улицах просто, вот я женщину, великолепную женщину встретила, она играла у меня в сказке, вот просто на улице разговорились, и она сказала, что хотела бы попробоваться. Ну, вот так вот. А взагалі є якийсь відбір, може, хто може прийняти участь? Да. Чи ви всіх приймаєте? Нет, я принимаю, ну, посмотря по желанию, а потом уже идет способности человека. Вот. Ну, а уже дефекты, особенно дефекты речи, потом мы уже по ходу стараемся изменить дикцию. Вы уже сказали, что вы ставили дитячую сказку, насколько я понимаю. Какие у вас еще были твори? Для какого віку розраховані? Мы сказали, ставили сказку «Приключения в стране ленивия». Ее показывали, мы уже показывали детским садам, приходили Октябрьского района детские сады. И показывали уже младшим классам. И, конечно, интересно наблюдать, потому что реакция была разная. У разных, разного возраста разная реакция детей. Вот. Ну, а сейчас я планирую, вот мы готовим новую постановку, но она не новая, «Метранпаж».
Вот. Это же не дитячие, я так понимаю. Да, это я планирую для взрослого населения. А еще я хочу для старшеклассников поставить постановку по школьной программе. Но я еще не выбрала, так вот только выбираю сценарий какой. Ну, у нас есть фрагмент казки, вот, про яку ви кажете, что дети совсем по-разному реагуют. Может, пока мы будем переглядывать, пока наши глядачі будут переглядывать фрагмент казки, может, вы згадаєте какой-то кумедный фрагмент, может, кто-то какие-то выкрики из залу. Там, Давайте подивимось фрагмент. Казки. Кто из вас? Полежай не с травкой, я кажу, и чакай. На-на-на. Забора с дыркой, я стою и пыр-пыр-пыр-пыр-пыр. Улики за собою. Я лежу и чмокаю. Хвостик за корюкой. Я не видаю и вилкаю. Я несчастный. Горе мне, горе. Я все время плачу и плачу. Викрики були, але я знаю, я вже чую, які емоції у дітей, як вони сприймають. Ой, вони дуже весело это все воспринимают, потому что они как бы в этом возрасте они уже считают себя взрослыми, и они все понимают. И там момент был, когда я заколдовываю этих бедных животных, зайчика и ежика, когда они уже спят, я подхожу к ним и, так сказать, проверяю, спят они или нет, кто-то зала кричит: «Отойди от них! Отойди, отошел. Я отошел, я сейчас встану!» Отошел. Конечно, мы все смеемся, но факт в том, что потом после, в конце уже, конечно, тишина, когда мы уже прощаемся со зрителями, наши актеры выходят под микрофоны, и я начинаю, так сказать, выползать, потому что я уже устал, я уже побитый, меня, так сказать, заяц с ежиком загоняли,
И так такой рев поднимается детский, посмотрите, типа, что идет колдун сзади. В общем, опять никого не слышно, только все орут и видят меня. Это ужас, конечно, с одной стороны. Ну, это же школьники кричали, отошел. Детские сады так не кричали. Они просто бесстриманно могли. Там больше бабушки были, они пищали просто. А здесь именно воспитание, ну, учителя уже как-то так. Там некоторые дети даже из-за подушек подрались. У нас был конкурс с подушками, нужно было перекидывать подушки, чтобы расколдовать их якобы. Ну, и один мальчик спрятал эту подушку, второй тоже спрятал, третий начинает выдирать. В общем, они настолько подрались, что наши девчонки не могли их разнять. Вот. Ну, слава Богу, все обошлось без синяков, без каких-либо травм. Чи важко входити в такі ролі? Може, яка вам роль з усього того, що ви грали, давалася найважче? Найважче. Ну, от в прошлом году, когда мы ставили сказку новогоднюю, у меня там сначала мне дали роль Деда Мороза. Ну, Дед... Тобто ви прийшли і думали, я буду Дед Мороз. Ну, там Дед Мороз специфічний такий, він дуже такий, він вроде би як злой спочатку, такой вот, он там как сторож охраняет елки, он так, ему с ружьем он ходит, он, значит, отстреливает всех воров, чтобы мне, а потом уже такой лаконичный становится, как Дед Мороз. В общем, я вот настроился на эту роль, потому что вот как-то негативные роли, они больше такие эмоциональные, они могут там вроде добрые, злые, то все, можно как-то раскидывать их. А тут бах, там вторая роль Иванушек. Иванушка. Иван-царевич. Иван-царевич, да. Вот, и мне сказали, что ты слишком старый, ой, вернее, слишком молодой для Деда Мороза. Иди Иванушкой будешь, ну хорошо. Ну, а Иванушка, он такой плавный, он гламурный какой-то там, как-то не для меня, там надо вот что-то такое выпить. Вот, а так вот сейчас вот колдун вот мне нравится. Калошин тоже такой дедушка со своими принципами. СССР, там, в СССР секса не было, у него такие моменты там проскальзывают, там, Метранпаж, можно сказать, вот, в общем. А Метранпаж, я так разумею, в премьере, як такой не было, це, чи была? Постановка Метранпаж мы показывали на областном конкурсе аматорских театров «Миколаевская мельпомена». И там мы заняли второе место. Но там был сокращенный вариант, мы показывали, полчаса нужно было вложиться, а сейчас мы расширяем, делаем полноценным спектаклем и будем показывать премьера в феврале месяце во Дворце культуры «Корабельный». А можете нам фрагмент якийсь, хотя бы якийсь монолог показать нашим глядачам прямо в прямом эфире? Метранпаж. Да. Кусочек можно. Кусочек метранпажа. Покажите нам. В общем... Этот момент, когда он звонит по телефону, этот Калошин, он администратор гостиницы. Он везде звонит, хочет узнать, что такое метранпаж. Никто же не знает. И поэтому вот это он придумал так, что он притворится сумасшедшим, и что все-таки он узнает как-то. Он вызывает к себе своего друга-врача. Ну вот, он же за столом уже сидит. Его все это злит. И он... Черт знает что, но ничего, голыми руками меня не возьмешь. Кать, это Калошин, а супруг дома на дежурстве. Потом, Катя, потом! Врешь. Скорая помощь. А, мне Рукосуева. Да, Бориса Петровича. Ага, жду, да. Борис, это Калошин. Борис, вези меня в больницу. Да нет, здоров, но мне нужна справка, как будто я вот не в себе. Да, нарвался. Я нарвался. Милицию вызвали. Судом пахнет. Судом, говорю, пахнет. А? Жду, Борис. А что, машины нет? А когда? Жду. Век благодарить буду. А, подожди, Борис. А ты не в курсе, что такое метранпаж? Метранпаж! А, нет, не знаешь. Борис, подожди, может мне побуянить здесь?
по-тихому. Да. В постель. Да. Жду, Борис. Жду. Век благодарить буду. Да, да. Такой вот моментик маленький. А у нас є фрагмент також з вашого виступу. Я пропоную нашим глядачам переглянути його. Почитаю. Утра покинув приозерный лук, летели гуси дикие на юг, а позади за ниткой гусиной летел на юг, как аж косяк перед. Как же понимать, а? Как это все понимать? А что? Чем вы тут занимаетесь, а? Чем занимаетесь, я вас спрашиваю? Отвечайте, бесстыдники. Подожди, это как же называется, а? Это важное дело называется, да? Важное дело. Дело серьезное. Серьезное. Подождите меня. Стыд-то какой. Надо же. Он же ненормальный. Что? Ненормально, говорю. Он с ума сошел. А ты и рада. Вместо того, чтобы давать ему мороже. Да перестаньте. Замолчи, вертиховка. Послушайте. Молчи. Слушайте, молчи! Самому негодяйца! Мерзавка! Да, мерзавка, слышишь? Я сейчас его закопаю! Давайте! Размечалась тут! Испугался кто-то! Ну кто такая? Я? Я кто такая? Ну вы! Кто? Она жена, что ли? Она? Она! Не знаю, первый раз не вижу! Вот и нечего кричать! Ты, да ты что? Бессовестная твою кожу. Ты что? Говори, а? Ты соображаешь или нет? Вот именно, что не соображает. Ну, кто я тебе такая? Отвечай. Вот это не моя жена. Ну, теперь вы понимаете? Да ты что, старый черт? Смеешься надо мной? А вы не шумите. Шуметь и скандалить. Это вы можете разные грубые слова говорить. Это вы тоже знаете. А вот что такое метранпаж, это вам известно? Бачите, як у нас гарно грають актори, аматори. Не просто актори, а аматори. А я, наскільки розумію, ви також аматор. Яка у вас освіта? Ну, у мене вище педагогічне. Педагог, учитель історії і права. А, явно не актор. Угу. Да. А буває таке, що от... людина грає якусь роль, от репетирує, але ви розумієте, що вона їй не підходить, цій людині. Міняєте ви якось цей спектакль? Чи о, це сложний момент. Да, буває таке, що от розумієш, що не підходить, і як-то це треба зробити м'яко, щоб не обидіти чоловіка, тому що чоловік вже настроєн на це. Ну, придумуємо різні пути, об'яснення, аргументи такі м'які, тому що це ж люди. Ну, це взагалі не підходить людина. А якщо, наприклад, ви берете якийсь спектакль за основу і розумієте, що автор хотів одне сказати, а ви хочете інше трошки донести, от, чи міняєте ви оце? Конечно, бывает такое, да, даже в метранпаже, да, у нас немножечко у автора одна цель – показать, как человек ведет себя в преддверии смерти, когда знает, что он умрет. А моя задача, в первую очередь, я хочу показать, что такое невежество, то есть, что это такое отсутствие знаний. Я хочу нацелить вообще аудиторию на желание развиваться. А от що таке метранпаж? Ми так і не зрозуміли з цього кусочку. Ну, не знаю, як глядачі, може, я не зрозуміла. Ага. І от хто хоче узнати, що таке метранпаж, я приглашаю в феврале на прем'єру цієї постановки во Дворце культури Корабельний. Приходите і узнаєте, що таке метранпаж. Це ви вже над цим проєктом працюєте, так? Да, работаем, да. А як ви гадаєте, чому люди приходять в такі аматорські колективи? Не обов'язково театральні, так? Есть багато інших. Угу. А почему люди приходят? Ну, каждый человек имеет какой-то дар. Ну, иногда ему трудно этот дар показать, потому что где-то надо что-то платить, что-то договариваться, где-то еще что-то. А здесь есть такой вариант, что он может просто открыть себя. И, кстати, на аматорские спектакли там больше, может, душевности какой-то, вот такой вот простоты есть.
простота такая необычная. То есть, вот, конечно, в театре там, да, тоже профессиональные актеры, все как полагается, но вот аматорские, ну, как бы все пришло с аматорства, можно так сказать, все-таки. Еще хочу сказать, что аматорский театр – это же не профессиональный, поэтому мне как руководителю нужно находить подход к каждому. Я пытаюсь создать семью, чтобы у нас была семья, чтобы общались друг с другом, любили друг друга, чтобы вот эта атмосфера дружеская, вот она был должна быть вообще присуща аматорскому театру. Иначе человек что, развернется и уйдет, его ничего не держит, если что-то не так. То есть здесь какие-то у нас и дни рождения мы празднуем, как-то так, чтобы и в постановках, вот моя задача, чтобы вот эта дружеская атмосфера между актерами присутствовала. Вот. Наскільки я розумію, ви раніше дуже часто приймали участь в спектаклях, а от зараз приймаєте участь чи ні? Нет. А почему? Нет. Сейчас я только режиссирую, потому что это тяжело. И потом у меня такие замечательные актеры, у меня две замечательных девочки, у меня две Поли, два Володи, два Сережи. Они просто чудесные ребята, это мои, как мои дети. Вот я к ним отношусь, и вот мой ребеночек сидит тоже. Величенький. Да, да, да. А не думали ви завести маленьких діточок, які приходили, навчалися, а потім поступово виростали? Ну да, я планирую набирать детей и готовить их как актеров к будущему. Планирую в следующем году. Тобто все-таки буде? Ну, наверное. Хотя мне больше нравится работать со взрослыми. Они смышленнее, конечно, понятнее. Им дал задачу, они сразу поняли, в чем речь. Единственное, у нас два момента вот сложных. Это дикция. Фикция. Да. Фикция. И учить текст. Вот чтобы уже отрываться от сценария. Вот это такие моменты, самые сложные. Я знаю, що у вас ще нема ж звання народного, а ви будете подавати заявку, думали про це чи ні? Да, да. Но так как нашому театру, вот, когда я самостоятельно, без Николая Алексеевича, всего лишь год, я планирую где-то через год, наверное, да, будем подтверждать звание народного. А як ви гадаєте, чому до цього... А, це ви підтверджуєте? Підтверджую, да. Тобто вже є звання народного? Оно было, но так как Николай Алексеевич был болен, он не подтверждал какое-то время, и оно как бы автоматически снимается. Я зрозуміла. А що вам для цього потрібно? Поставить хорошую постановку и показать. А вже вибрали якусь? Вибираю. Мне надо сначала влюбиться, она должна понравиться мне. А для чого потрібно це звання народне? Якось відрізняється, може, відношення людей, чи як, чи для чого, чи це вам потрібно більше? Ну, в першу чергу нам, звісно. Вот. А, звісно, це зовсім інше відношення вот, буде. Хоча відношення во Дворце культури Корабельне замечательне. Це такі декорації, все працює на наш театр. Це така озвучка, це світ хороший. Тобто, замечательний колектив, нас прийняли с руками, ну, с распростертыми объятиями в этом, во Дворце культуры. Вот мне нравится. Ну, допустим, уже будут к нам больше внимания, вот нам не хватает подвесных микрофонов, допустим. Ну, я знаю, что директор взял на заметку. То есть, когда мы будем уже народный театр, то на это больше будут обращать внимание. А кто, как вы думаете, директор, чем уже здесь еще есть там... Где-то еще. Фестивали, конкурсы, мы сможем уже ездить, показывать себя, рассказывать. Да, да. А це, що ви зараз приймаєте участь в конкурсах, це більше як від себе, так? Наскільки я розумію? Ні, це теж. Ну, це теж, як заявка собі, показати, що от ми є. Тому що ми поставили постановку «Метранпаж», да? Кусочок этот. І судді були в шокі. Да. Що ви, що перший раз? Да, от второе місце зайняли, тому що у нас как бы все було чинно и благородно, да. Как сказал один персонаж. Оценили, что и второй план был хорошо выставлен в мизансцене. Ну, мне было очень приятно, конечно. И за наших ребят приятно. А чему потрібно підтримувати такі колективи, допомагати, може, розвивати, популяризувати? Угу. Ну, потому что у нас вообще в городе мало театров. Ну, а это же театр. Театр – это волшебство. Это волшебство. А там в Октябрьском вообще, вот я хочу, чтобы тот район вот знал, что там есть театр, чтобы люди уже поняли, что это серьезно, чтобы приходили, чтобы они душой напитывались. Вот это очень важно, и это надо. У вас есть буквально хвилинка для того, чтобы... подивитися зараз в камеру і заохотити глядачів, які дивляться, приймати участь у таких
спектаклях, в таких театрах. Угу. Я приглашаю молодежь, которые хотят проявить себя в актерском мастерстве, которые хотят поднять свою самооценку, поднять уверенность в себе. Я приглашаю к нам в театр, во дворец культуры «Корабельный». Дякую, що ви сьогодні були з нами. Я нагадую, що в нас сьогодні тема була «Аматорський театр імені Троянова». І в гостях у нас була Тетяна Герман, режисер цього театру, та помічник її і актор Сергій Попов. Дякую, що завітали. Я думаю, будете розвиватися, а ми будемо слідкувати за вашими перемогами. Спасибо. Спасибо. Зустрінемось рівно за тиждень. З вами була Олена Клепа. Бувайте!